вечер, дорогие модники! Мы находимся на празднике моды и шопинга Vogue Fashion Night Out в корнере британского художника и талантливого дизайнера Ольги Ломака. Представляю лимитированную коллекцию «Эволюция Микки», которая посвящена мировым шедеврам современного искусства. Для этих принтов я выбрала моих любимых художников Йо Кусама, Рене Магрита, Мондриана, Энди Уорхола. Вместе с ними Микки проходит свою личную историю развития, проходя через становление истории поп-арта и сюрреализма. Уже в новинке от Ольги Ломака. Какой принт вы выбрали? Я уже успела выбрать желтого Микки Мауса с воздушными шариками. О, это свитшот лимитированной коллекции «Эволюция Микки». Мне именно понравился он, поскольку он яркий такой. Ну, как бы мне идет красный цвет, я считаю, и просто я просто влюбилась, когда увидела его. Поделитесь вашими впечатлениями о коллекции Ольги Ломака. О, мне безумно нравится коллекция. Это микс такой современный и, можно сказать, даже вот такой художественный немножко. Потому что взятые картины, эти принты, меня аж саму вдохновляют что-то такое делать, рисовать сразу. Очень красиво. Эта коллекция, насколько я понимаю, Ольга хотела принести жизненные детские воспоминания в наше время. То есть то, что у нас, когда мы росли, то, что нас сопровождало в те годы, мы сейчас можем носить на себе, делиться этой частичкой с остальными. Это как культура, которую мы несем в массы. А что бы вы пожелали Ольге как художнице? Конечно же, успеха, чтобы у нее было куча креативных идей приходило в голову, чтобы она не останавливалась, а шла только вперед. Я и могу пожелать продолжать двигаться в этом же направлении, а поклонников, единомышленников побольше. И, конечно же, творчество в душе, пускай оно никогда не заканчивается, и вдохновение. Это не просто какая-то банальная шопинг-сессия фэшинистов, которые ходят, смотрят модные вещи, что-то покупают. В эту ночь можно встретить различных, я бы сказала, наверное, элиту фэшн-индустрии, пообщаться с различными стилистами, посмотреть на самые лучшие тренды. Ну и вообще в каждом корнере устраивают какой-то праздник, и мне кажется, это интересно, это интерактивно. Самый любимый проект нашего журнала. Мы проводим его уже третий раз подряд. И каждый раз с нетерпением ждем.
каждый раз все магазины Киева, все самые лучшие магазины Киева устраивают каждый какое-то удивительное приключение для своих гостей. И очень интересно каждый раз в этом участвовать. Какие-то конкурсы, какие-то селфи-зоны, маскарады, лотереи, викторины. И я, конечно, получаю огромное удовольствие, когда участвую во всем этом. Какое ваше впечатление о коллекции Ольга Ломака? Как всегда, это очень остроумные свитшоты. Мне всегда очень забавляет, что она придумает в следующий раз. А какие сюрпризы вы приготовили для гостей сегодня? Сегодня пятница 13-е, и мы, конечно же, обыгрываем эту тему. У нас готический дресс-код на Fashion's Night Out и на автопати, которая будет после этого. Она будет зловещей, страшной, но очень красивой. Решение принимала не только я лично, но и Vogue, потому что каждый год они отбирают самых лучших, талантливых дизайнеров, которых они поддерживают. И в этом году меня пригласили на коллаборацию с Fashion Night Out, поэтому я создала эту лимитированную коллекцию специально для них. И я очень рада, что я участвую в этом году. Планируете ли в следующем году принимать участие в Vogue Fashion Night Out? Знаете, да, мы планируем, так как у Ольги сейчас достаточно очень такой плотный график, так как у нас в планах, грандиозные планы, у нас намечаются выставки новых проектов, соответственно, мы открыты сотрудничеству. Естественно, Vogue для нас это как один из самых крутых и глянцевых изданий, поэтому мы с радостью с ними всегда сотрудничаем, они нас всегда поддерживают, зовут, и, естественно, если нас позовут в следующий год, мы обязательно будем участвовать. Склонялась к Микки Маусу в небо, да, в тучки, да, но потом я увидела как бы желтый принт, я уже не вижу во что там, как бы небольшие какие-то точечки, просто не обратила внимания, но желтый меня почему-то привлек там больше. Какой принт вам понравился больше всего в коллекции Ольга Ломак? Ну вот на вас прекрасный принт, такой облачный, хороший, жизнерадостный. Я думаю, что это он. Ну, на самом деле, здесь интерпретация на тему Микки Мауса, а сам по себе персонаж мне симпатичен, поэтому, честно, я бы была бы не против любого из этих свитшота, с любым из Микки Мауса. Если вы готовы презентовать какой-то свитшот прямо сейчас, я готова его взять и уйти, даже не выбирая и не гадая, на какую тему будет Микки Маус. Ворхол или там какой-то другой из современных художников, без разницы. Хорошая идея, слушайте, главное в нужное время, в нужном месте в очередной раз презентовать правильно свой бренд. Это уже практически 90% успеха. Это не только праздник моды, модная ночь. Прежде всего для меня это прорыв. Мне было очень приятно, что Vogue пригласил меня в коллаборации. И я считаю, что это каким-то образом признание для меня не только как художника, но и дизайнера в модной фэшн-индустрии. В корнере британского художника и талантливого дизайнера Ольги Ломака был настоящий праздник моды и современного искусства. Спасибо всем, кто был с нами. С вами была Анастасия Масюткина. I love Fashion TV. 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 I really, really, really love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV.